Я думаю, вы ждете этот бой так же, как его ждет Фанилю Рафиков, которого вы только что видели на своих экранах. Здесь нечего говорить больше. Здесь просто нужно смотреть. 5 раундов по 5 минут. Минимальный вес. На кону пояс. И на кону, кажется, корона. Лучший боец в этой весовой категории. Лучший боец Казахстана определится прямо сейчас. Жуманыш Багдат против Казбек Сагынов. С места даже Алидар Булатович встал. Да. Дар как... против. Против Еркинкыш. Это в том числе противостояние клубов. Наконец-то и этот день настал. Долгожданный для казахстанского ММА. Все начинается с разведки. Пока ни одного удара. Высматривают. Ищут свою дистанцию. Да, у них 5 раундов. Торопиться некуда. Первая попытка на счету Сагана. До цели не доносит. Ну, знаете, Казбек Саган прошел сборы в Осетии по вольной борьбе. Но это все под как раз-таки Багдат Жубаныш. Это боец новой формации. Чемпион мира по ММА. Он хорош абсолютно во всех аспектах. И все это может продемонстрировать сегодня. Я хочу заметить, Багдат Жубаныш не просто чемпион мира по ММА. Он на данный момент в мире единственный трехкратный чемпион мира по ММА. Карвала говорил о том, что кому-то удалось вот повторить достижение сейчас. Ну, возможно, возможно. Но он первый, значит. Да. Значит, он первый. Он первый, кому удалось стать трижды чемпионом мира по ММА. И тот, кому удалось доказать, что любительский ММА и профессиональный, но это не такие разные вещи. И здесь он тоже успешен. Пока у него чистый рекорд. 2 победы. Багдат. Да, напряженный бой. Очень много фейкуют. Много обманных движений. Припрыжку. Понимают, что здесь каждое движение неосторожное может... Пытается не застаиваться Казбек Саган. Первый легкий боковой. Попытка прохода в ноги. Да, и попал апперкотом Багдат Жубаныш. Но это его сила, разумеется. Да. Даже таким образом можно скрыть удар. Что может оказаться роковым для Казбека Сагана. Но это заслуженный мастер спорта по рукопашному бою. Саган блокирует этот удар. И тут поскальзывается на встречном движении. И вновь Жубаныш обозначил этот проход в ноги. Размашистые удары. Прямой, слева, боковой. Ну, вы заметили, нет? Багдат Жубаныш чем-то напоминает Алиби Идрис. Да, но это все-таки одна база. Проход в одну ногу. Зацепить удалось, но перевести нет. Да, и добавил коленом. Очень ловкий Саган. Буквально выскользнул он. Ну, из рук, знаете, соперника. Если бой пойдет таким темпом, ну, я думаю, до решения не дойдет. Ну, даже у них разведка и то такая напряженная. И видите, какая... Да, есть захват сзади. Темпераментная, напряженная такая разведка. Багдат начинает обрабатывать, грузить, как правило. Готовит колени по бедрам. Но опять же, обездвижить, ну или скорее просто перестать. Да! Сбить темп. И вновь бедро. Контролирует одну ногу, не дает таким образом встать Сагану. И, по-моему, поскальзывается Казбек даже не поэтому. Казбек чисто своей физикой встает вместе прямо с Багдатом. Видно, что физически очень крепкий. Хорошо набрал. Пока первый раунд за Жубанышем. Прижимает к сетке. Опа, сбивает боковой. Коротке, да. Бросить в этот же момент. Но Казбеку надо быть осторожным. Блокирует. Любое мелкое пространство для Жубаныша — это удар, выброс удара. Ух, на отходе мог бы и коленом сейчас засадить Жубаныш. Аккуратно. Да, после колена красиво прошел, но до цели не дошел. И в этом отношении, правда, с Алиби Идрисом похож. Да. Вновь рабочий колени. И тоже плечом даже в момент клинча там заряжался Жубаныш. Больше акцентированных ударов. Вот и Саган. Бросает двоечку и здесь боковые. И слева, и все справа. По защите, оба удара. Все по защите. Руки на месте у Багдата. Ну а здесь. О-о-о! Падает Жубаныш! Но я не знаю, поскользнулся ли. Однако сразу после этого лезет в борьбу. Сзади оказывается Казбек Саган.
Не-не, нормально. Прижимает у сетки. Кажется, мне кажется, просто покрытие как будто бы скользкое. Ну, потряс. Был удар ощутимый. Но не настолько, чтобы... Главное, чтобы Хазбек сейчас не форсировал. И, как говорится, это все энергозатратно же. Сердце начинает чаще биться. О, ой, колено! И опять на отходе. Да, это что-то такое вообще... Осталось всего лишь 15-17 секунд. Ой-ой-ой. Какой первый раунд? Саган против Жбаныша оправдывают все ваши ожидания. Я вам говорю, навряд ли этот бой дойдет до решения. Хазбек прям заряжается. Пройти такую дистанцию, это финальные 10 секунд, а парни готовы зарубиться. Таким темпом, мне кажется, до решения не дойдет. Очень много сил потратили, вроде и разведка, но много ярких моментов было. И мне кажется, очень сложно сейчас судьям выбрать, принять какое-то решение. Да, безусловно, можно и тому отдать. Но мне кажется, чуть-чуть был покачественнее бой показал Багдад. Почему? Потому что он контролировал и больше работал. Первые 4 минуты, безусловно. Был тейкдаун, да. Вот что случилось уже ближе к концовке. Очень качественно вырывается. Здесь зарядился. На лоу-кик, по-моему, в район колена попал. Но при этом Жбаныш очень быстро перехватил Сагана. Вновь и Нурбек Абдрахманов, да? Не ошибаюсь, да. Да, в углу. Нурбек Абдрахманов, Азамат Мархабаев все рядом подсказывают. Дастан Амангелли. Все они члены клуба Еркенкош. У меня ощущение, как будто Хазбек на вас посмотрел, да? На меня посмотрел. Так как я ранее говорил, что мое мнение, что Багдад его выиграет. Может, он это знает и думает, ну как, бой. Нормальный бой, Хазбек. Очень достойный бой, красавчик. Это только первый раунд. Я как бы оба казахи, оба наши близкие, поэтому пусть выиграет сильнейший. Но поскольку Багдад намного ближе мне, мы с ним... Сколько сборов, сколько в зале были, поэтому, как бы, конечно, ну, в любом ситуации надо выбирать. Поэтому... Я понимаю, прекрасно, и во многом благодарю за честность. Да. Я думаю, это для зрителей. Очень сложно оставаться равнодушным в такой ситуации. Конечно. Еще сложнее как-то это скрывать. И даже, наверное, неправильно. Вы здесь в роли эксперта, да? Так что... Ну, бэкфист от Багдад Жбаныш в одну ногу пытается. Ой, и сам оказывается снизу. Да, Жбаныш очень сильный. Как он грамотно перенес вес, да, буквально навалившись на Жбаныша. И теперь будет пробивать боковые, как я понимаю. Что он из этого положения попытается сделать? Мне кажется, на этот бой Багдад выглядит меньше и легче. Ну, как бы, чтобы быть, видимо, скоростнее и быстрее. Потому что не зря же прозвище у Хазбека Флэш. Да. Ну, Хазбек говорил, вроде как, что это может быть последний бой для него в этом весе. Возможно, дальше, да. 57, наилегчайшую. Ну, я вам скажу, в 57 его ждет очень интересный такой проспект, чемпион. Это наш, мой земляк, наш близкий Диас Иренгаипов, который уже показал, доказал всем, что он не просто в этом весе и не просто так обладает титулом. Жбаныш все-таки понятно, что в партере хорош. И снимает с себя соперника. О, Саган! Нет, вот не ухватится. Он буквально соскользнул с него. И опять Жбаныш сбрасывает с себя этот мешок. Вроде начало боя, смотрите, как сколько сил уже потратили. Смотрите, да, опять перевод. Опять! Ну, в две ноги! И оказывается сверху, но Саган вновь вылазит. Не зря проходил он эти сборы в Осетии. В конце концов, сборы в Осетии. Да, с хорошими вольниками, титулованными. Не просто так. Растягивается, пытается. Но я вам скажу, с такой манерой боя, с таким темпераментом, как говорится, с таким темпом, надо физические кондиции тоже учитывать. Идет на удушение. Выхватывает одно колено Багдад Жбаныш. Не дает возможности встать, но уже здесь никак нет. Просто, а теперь сбрасывает он! И Саган, сколько сил тратит парни во втором Саган раунде, очень чума просто. Хазбек Саган очень много сил тратит, да, потому что чувствует свое физическое превосходство. Сколько кульбитов, сколько переворотов, сколько энергии, сколько сейчас посмотрите, сил на левом глазе у Хазбека, кажется, какая-то гематома, из глаз покраснел. Видите, он постоянно моргает, видимо, прошел какой-то удар Багдада.
Когда Скорейсин находился в позиции сверху, заряжается на апперкот, вместо этого пропускает. Да, Казбек очень сильно вкладывается и прям хочет уронить Богдата. Но Богдат все видит, все блокирует. Грамотно. Да, высокий IQ свой показывает, хорошую тактику, хороший геймплан, то есть по позициям разбирает, не дает пристреляться Казбеку и как бы навязывает свою игру. Очень грамотно уходит с линии атаки, постоянно двигается теперь Жбаныш. Понимая, наверное, что Саган будет искать вот эту возможность для решающего, мощнейшего удара. Опять для минимального веса у этих парней очень серьезная физическая мощь. Чем-то напоминает бой Генри Сихуда и Мышонок Димитрия Джонсона. Саган мне что-то напоминает внешне даже Сихуда. Да, да, я говорю, а этот Богдат Жбаныш Мышонок, да, Димитрий Джонсон. У сетки продолжится. Ну, я вам скажу, Димитрий Джонс — это легенда. Он столько шуму навел. Даже из-за него там закрыли дивизион. Здесь нет вопросов, да. Абсолютно. Легендарнейший Поэтому борец. Хорошее сравнение. Как казахи говорят, жестовосно. Да? Для Богдата Жбаныша. Что ж, минута. Да, ребята задышали. Очень высокий темп. Просто. Оба задышали, да. Ну, осталось 40 секунд. Поэтому очень тоже такой непростой раунд. Если бой будет так продолжаться все 5 раундов, я больше всех мне будет жалко судей. Опять же, можно отдать и тому, но больше критики, больше, как говорится, да, хейта, хейта будет на судей. 100%. Да, мне кажется, не за судейским решением тут нужно следить. Просто, и мне кажется, нет какого-то серьезного плана у бойцов. То есть просто идем от раунда к раунду. Как будет получаться, что случится. Неважно. Тем более в этот момент, когда один удар может все решить. Смотрите, Алидар Булатович там прям переживает, волнуется. Да, не может найти себе место в этот момент. Я помню, когда в свое время, когда я дрался с Фанилем Рафиком, Алидар Булатович точно так же переживал, точно так же волновался. Шавкат Рахмонов там у Казбек Сагана в углу. Да, конечно. С такой поддержкой, с такой командой он будет драться до конца, это однозначно. Ну, у Богдата Жбаныша это поддержка не меньше. Весь Актобе с ним. И я уверен, что сейчас у экранов своих телевизоров, смартфонов и так далее. Да. Да и здесь десант-то большой. Процентов так на 70, на 60 заполнились трибуны Алматы-арены. То есть около 3500 зрителей сейчас здесь. Ну, шумовая поддержка, конечно, мощнейшая. Я был в Актобе, я знаю этих людей, ну, то есть этот менталитет. Они своих будут поддерживать в любой ситуации. Даже взять Жалгас уже могу, Сергея Морозова, там, Гойти Дазаев, Ермек, Даурен Ермеков. Как бы там ни был, какой исход бы ни был бы, они все равно своих бойцов любят, поддерживают и как бы за них до конца топят. Но это большой пример для всех нас и для всей аудитории. Этот патриотизм к городу, к месту, где ты родился, где ты живешь, это правда большой пример для многих других регионов в том числе. Ну, даже несмотря на то, что Артем Резников уступил свой поединок, неудачно сложился бой у него, все равно его не меньше любят и много, ну, очень сильно уважает, и он сам удивлен, приятно удивлен. Пусть он не из Актобе. Насколько я помню, Артем же из Тараза. Не, он Артем, он из Риддера. Да, Восточно-Казахстанская область. Но в данный момент живет в Алмате. Ахдар Жбаныш. Занимает центр клетки. Чем-то напоминает начало первого раунда. Тоже очень аккуратно начинают бойцы. Пытается оттолкнуться от сетки Саган. Не прижиматься. Что-то отвоевывает пространство. Действуя активной, так, чуть в припрыжку, как бы взлетая и намекая на то, что сейчас будет молниеносная комбинация. Да, если честно. Саган доносит один удар. Левый прямой. Хороший бой, вообще конкурентно. Они друг друга стоят. Смотрите, как прям много ложных движений. Готовят этого... тщательно свои атаки. Приятно смотреть. До этого обычно следовал удар коленом, либо на выходе там пытался Жбаныш зарядить. Здесь ой, в одну ой, ногу какой красивый перевод. Да, в одну ногу. Да. Теперь Богдату нужно работать с этой ситуацией. Уф, из этой ситуации заставить. Два смотрите, локтя. Смотрите, локти, да.
Казбек Сагын. И мне кажется, Жубаныш ровно поэтому поменял позицию. Ой, пробивает по корпусу, да. Ну, у Казбека физики много, и он хорошо подготовился к борьбе. Видите, вот так. Легко ну, встает. не дает. Теперь уже в две ноги пытался. Вот. Сагын тоже приплясывает буквально. Захват. Легко смотреть, из-за как спины. Срывает, да. Да, срывает, но не может уйти. Все равно впился в него вот и сейчас. Ногу очень вовремя просунул и не дал возможности Сагыну развернуться. Может быть, получится. Со спины окажется. Нет. Вновь разворот. Свип от Жубаныша. Что они делают? Что они творят? Скажите, что вот это такое? Вот это принципиальное противостояние. Вот теперь вы понимаете, что на кону. Все абсолютно. Ни на сантиметр вообще не отдают свою позицию. Прям реально войны. Это война. Это война, действительно. Жванаш. Вот и первый раз. Ну, так, на такой оверхэм. Да, замахнулся. Размашистый боковой, да. Вложился. Прямой! Ой. От Казбека Сагына, по-моему, проходит. Или, по-моему, в ответ тоже, Казбека, да? Казбека, кажется, болтануло. Казбека болтануло. Ой, и вновь, еще раз и вновь, качает. И это ощутимо в нос. И, да. Прилетает. Нет крови, но... Ну, вы сами все видите, точно. Два джеба. Там наш удар. У Богдана Жубаныша щуплый парень, казалось бы, 52 килограмма. Он бьет. Жестко. Да, может быть, он не нокаутирует, но точно наносит серьезный урон. Попеременно просто. Инициативу перехватывает один, следом уже другой. Атакует теперь уже Казбек Сагын. Наступает бэквист. Нога. Прям... Как он это комбинирует? То есть это бэкфист следом, сразу колено при выходе. Ну, я вам скажу, это он не готовит, это у него на автомате все вылетает, потому что они там годами все это оттачивают. Уф, меняет этажи по корпусу, следом попадает боковым Казбек Сагын. Не остается в долгу, два прям по корпусу, опять теперь пробивает Сагын! Вот и проход. Да, Жванаш вновь в одну ногу тянет. На выходе заряжается на апперкот, но по воздуху проходит этот удар. Третий раунд. Охота вообще просто молча сидеть и смотреть. 5 раундов, друзья, ну это правда. Да, это какое-то искусство. Да. Вот потому ММА это тот вид спорта, который ну, нельзя называть бойцов там какими-то машинами, да? Да, здесь нету слабых, все сильные. Здесь? Да. Столько творчества. Что мы видим в исполнении этих парней. Ой-ой-ой. Но при этом и жесткая рубка. Сагын пошел. Жубаныш на колено присел. И этим самым коленом он попадает по оппоненту. Жубаныш. Ну, вообще, какая челюсть. Какая голова у Сагына, а? Да, держак у него хороший. Сколько он может терпеть? Он показал это в бою с этим Шинком. Опять проходит. А ведь Шин мощнее. Ой. Пошли! Это 10 секунд! Просто размажешь рукавы! Не думают об обороне, парни! Посмотрите на Казбека. Он просто с каждой минутой второй становится все больше и больше. Прям заливает его. Не боец, а прям культурист. Здесь вообще ничего нельзя прогнозировать. Просто этот бой может пройти как всю дистанцию. Конечно, это уже более предсказуемо, но надеюсь, что вы слышите сейчас углы. Впереди чемпионские раунды. Мои самые любимые. 4-й, 5-й. Я вот люблю эти раунды. 2-й, 3-й еще не так люблю, но 4-й, 5-й я вот прям это мое. Я прям обожаю. И смотреть, и... работать. Причем здесь начинается, ведь как обычно говорят, здесь начинается другая история. Раунды, здесь начинается другой бой, абсолютно. Здесь сила воли, как говорится, характер, то есть воля к победе. Ну, здесь все, вот в этих раундах все. Поэтому надо отдать всего самого себя сегодня и сейчас, чтобы завтра потом не жалеть об этом. Я бы мог бы сделать так, почему я не сделал не так, чтобы этого не было, надо сегодня. И сейчас это сделать. Это та самая мотивация для чемпионов, для тех, кто готов творить историю. Для тех, кто готов перевернуть новую страницу. Казбек Сагын. Казбек Сагын должен думать, что у него пояс уходит из рук.
Богдан Жубанаш. Да, он должен понимать, что ему завоевать надо этот пояс. И как бы не просто решением судьи, а реально показать. Они встречались в финале чемпионата мира по ММА. Тогда победу одержал Богдан Жубанаш. Превосходство в борьбе тогда было ощутимое. Ну и физические кондиции у Казбека не такие были, как сейчас. Сагым. Но двигаются все так же свежо, парни. Ну, знаете, я вам скажу, Богдата я таким еще не видел. Но на сегодняшний день он не в самой своей лучшей форме. Я видел его, когда он был в хорошей форме. Я видел, как он реально поймал свой кураж, как говорится, и работал так вот. Такие комбинации, такие финты выкрутасы делал, что сегодня этого не вижу. Почему? Ну, не знаю почему. Может, геймплан такой, может, что-то не то. Может, я не знаю. Но сегодня Богдат не в самой лучшей своей форме, я вам конкретно могу сказать. Может быть, действует скорее аккуратней? Ну, возможно. К тому же Али Бейдрусу давали много возможностей. Там было огромное количество опций. А вот у Жубанаша нет. Пытается раскручивать, пытается провернуть, пытается бросить. Не получается. У Сагана уже все проходит в обороне. Ну, Казбек после своего крайнего боя очень хорошо набрал. Хороший боковой прошел от Богдата. Видите, у Казбека даже сечка вроде на носу, покраснение есть. Бэкфист! Впервые от Казбека Сагыном. Да, проваливается. Как будто этого ждал Богдат, чтобы перевести его и забрать спину. Он так действовал уже на протяжении всего третьего раунда. Ждет атаку, затем контратакует сам. Идет либо в одну ногу, а здесь и вовсе оказывается сзади. Ну, контролирует со спины. Очень хорошая позиция. Ну, мне кажется, в этом бою Богдат выступает ему как и физически. О, все. И опять провалится. И вновь сзади. Широкую стойку пытается развести шире ноги сейчас Казбек Сагым. Вновь бедро. Ну, я думаю, Богдату надо что-то делать. Что-то менять. Не просто забирать спину и сушить, а именно по позициям разбирать. Раскручивается Сагым, опять колено. Но да, уже не кажется, что так много мощи было в этом ударе. Прямой. Левый прямой от Богдата Жубанаша. Ну, мне кажется, Казбек заряжается, хочет одним ударом просто уронить. Он уже бьет одиночные, тяжелые. И ну, тяжело двигается. Но пока это все не проходит. Да. Чуть заторможенная реакция у Казбека Сагына. Ну и при этом Жубанаш сам не выдает. Да. Хорошие локти. Как Адрес может? Ну вот и в одну. Мы видели, и очень легко снимает. Мы видели, что происходит после локтей. Али Бейдрис нам показал. Лицо у бразильца было прям в сечках. Бег сам навалит. Так открыто прям пошел. Да. Не скрывая своих намерений абсолютно. Ну, я вам скажу, а Богдата Жубанаша не так легко забороть, потому что было в Астане проходил фестиваль в Wrestling Stars, и с Богдатом боролся чемпион мира по греко-римской борьбе. Богдат его за полторы минуты 10-0 катнул. Это о чем-то говорит. Чемпион мира с Узбекистаном по греко-римской борьбе. 10-0 Богдата. Представьте себе, да. А? Поэтому... Хоть это далеко не его профиль. Да. Жубанаш, Сагын. Одно из главных событий турнира Найза 52, совместного турнира с Урал FC. Да, долгожданный. Вновь Тайдин. Минута. У меня такое ощущение, что как только углы подсказывают о том, что осталось именно 60 секунд, парни начинают заряжаться по-особенному. Ну и трибуны. Да, поддерживают своих бойцов, скандируют, гонят вперед, ждут каких-то действий. Сагын, кричат да. Они. Смотрите, как хорошо защищается Казбек. Да, и, не, по-моему, чуть ли не один тейкдаун. Ну, то есть, если и проходит, то контролировать не удается Богдат Жубанашу. Да. Вот, видите, сечка открылась от бокового левого Казбека под правым глазом. Очень много пропускает. И до этого ведь она была, по-моему. А? По-моему, и до этого это гематома возникла ведь. Нет, гематома возникла, а именно сечка пошла уже под глазом.
Почему-то я не вижу Богдата. Вообще, вот этих финтов. И Арсенал, он не весь свой тут показывает. Я не знаю, почему. Видите? Что-то не то. Ну, это мы узнаем после боя. 5 секунд остается. Казбек Сааган. Впереди 5 минут, что решат судьбу. Я вам скажу, смотрите, да? Вот я вам смотрю, скажите, вот внимание обратите. На вот сейчас судьям, да, тяжело вынести вердикт. Но если посмотреть на лица бойцов, то по урону можно понять, да, кто больше ударов набросил и какие были удары. Если посмотреть на лицо Богдата, вообще чистое, как будто там по нему ни разу не попали. Хотя несколько ощутимых ударов было. Лицо Хазбека вся в гематомах, в сечках. Ну и как бы, ну вот смотрите, все в защиту, все как бы мимо. Поэтому я не знаю, как судья будет, конечно, вердикт свой принимать. Здесь однозначно, как бы, видите, намного точнее был Богдат и урон за ним. Поэтому, мне кажется, с минимальным преимуществом ведет все-таки Богдат. Смотрите, видите? Абсолютно чисто, вообще ничего нету. Никакого урона. Но бой, где еще есть интрига. 5 минут, друзья. Саган точно может зарядиться. На один мощный, нокаутирующий удар. Ну или тот, что потрясет Богдата Жбаныша. Смотрите, Алидар Булатович сам лично зашел в октагон. Подбадривает своего ученика, своего, как говорится, подопечного. Да, это высокого стоит. Это, как говорится, ну, не каждый так сделает. Поэтому я знаю, что Алидар Булатович, он прям душой и телом болеет за казахстанским МЭ и всегда поддерживает. Таких бы людей побольше, и у нас, я думаю, давно были бы чемпионы UFC, если честно. Поэтому респект таким людям и уважение. 5 минут. Пояс в минимальном весе на кону. Казбек Сааган против Богдата Жбаныша. Уважение превыше всего. И оно все так же присутствует в отношениях этих бойцов. Прекрасный бой, да, на Алматы-арене. Я вам скажу так. Если в этом раунде бой закончится досрочно, я не удивлюсь. Все может быть. Смотрите, ребята какие заряженные. Жбаныш все-таки прессинг осуществляет. Да, Жбаныш зовет в открытую рубку Казбека. И сам давит. Сааган выбрасывает левую. Одиночные удары. Вот знаете, у Богдата есть какое-то вот это вот, знаете, какой-то вот то ли дар, то ли какое-то чувство есть, то ли какой-то вот, я не знаю, он вот удар летит ему в лицо, и в этот момент он чуть-чуть смещение делает, и этот удар идет либо вскользом, либо мимо. Вот откуда вот, да, такой? Это рефлекс потрясающий. Ну, или рефлекс, человек. Или это талант, или это реально, как говорит, такой тайминг, смотрите, показывает. Обратите внимание, вот ну, ни разу Казбек по нему не попал ощутимо, вообще не попал. Все мимо, все вскользь. Может быть, в этом раунде что-то будет? Ну-ка, правый боковой проходит мимо. Вновь! Сааган не попадает. То ли он подсаживается, или уклоняется. Да. Сааган по корпусу. О, так, прямой, да. Да, готовил этот правый прямой, и он, собственно, как и доносит его. Ой, вот с линии атаки уходит Сааган. Ой, джеб резко зашел, перемещается. Да. Ну, Богдата все хорошо получается в этом раунде, я вам скажу. Все туда. Сааган. У него нет другого выхода. Ему нужно пытаться сейчас вырубить своего соперника. Нет, огрызается, да. Все, видите, по защите, все по рукам. Но не может будто бы найти свою дистанцию, вот комфортную для себя. Ну, чуть-чуть неуверенно как будто действует Хазбек. Опа, вот и прямой пришел от Богдата. Ну, то есть пытается ближе. Ой, в вот этот и боковой, момент, что да, пролетает, от Богдата, конечно, еще, проход. Да. Хазбек чего-то ждет, но не знаю. Контратаку, видимо, ждет. Но в этом бою почему-то Богдат тоже очень высокую скорость демонстрирует. И представьте, это они 20 минут уже отбились. Финальная 20... пятиминутка. 2,5 минуты, да, даже да, отбились. Да, да. Казбек Сааган. Проходит. Но опять, ну нет, нет того урона, наверное, что хотел бы нанести Казбек Сааган своими ударами. Ну, безусловно, я вам скажу, это, наверное, бой вечера. Прям вот действительно рубка. Оба вообще бескомпромиссные ребята. Вообще не хотят сдаваться, не хотят делать шаг назад. И этот, прям, я думаю, бой вечера они заслуживают. Впереди бой Галма Тате и Даурена Ермекова с Русланом Шамиловым. Друзья, не пропустите. Вячеслав Даци, конечно, будет биться с Галымом. И это одно из главных событий нашего вечера. Жбаныш, разрывая клинч, заряжается на боковой опять.
такой крюк. Опять джеб, опять Казбека болтает. Смотрите, смотрите, качает его прям. Я не знаю, почему Багдад только не дорабатывает. Ему нечего рисковать. По-моему, он понимает, что бой складывается в его пользу. Да, да, Багдад очень грамотно ведет этот бой. Теперь тейкдаун. Да, он перевел. И уже на спине его соперник. Тут смотрите, можно законтролить. Да. Ну как выходит? Я же говорю, Багдад сегодня сам не свой. Он не похож на себя. Да, у него все хорошо получается. Да, все. Бой идет под его диктовку, но... Ой! Немного не хватило. Ой, апперкот, смотрите, прошел от Багдада. Да. Его сила в борьбе, безусловно. Да. О, еще раз болтанул, да. Джебом, джебом болтанул. Какой-то танец. Ну, знаете, я говорю, даже если сегодня Багдад сам не свой, но все идет по его плану, он ведет этот бой однозначно. Вначале мне казалось, как будто равно, но если приглядеться, то вообще все идет как под копирку. Одиночный удар выбрасывает Жбанов. Цаган. Ой-ой-ой. Оборот. Ну-ка. Смотрите, как он вывернулся. Сколько пытается совершить Жбанов. Кажется, ожидал, что навалится на него Цаган в этот момент. Казбек. Мне кажется, Казбек устал. Прям на морально-волевых. Ой, колено проходит от Багдада. Опять в район бедра. Осталось всего лишь считанные секунды. 15 секунд. Интересно, что видит судьи, мне самое интересное. 10 секунд. Ой-ой-ой, опять покачнуло. Двойка зашла от Багдада. Смотрите, опять качнуло. Можно порубиться здесь, в самой концовке. В ногу идет одно, и все, друзья, Казбек Жбанов. Третий по значимости бой турнира Найза 52 уже состоялся. Жбанов из последних сил залазит на ограждение для того, чтобы поблагодарить своих фанатов. Что за бой, друзья? 25 минут высочайшего темпа. Сумасшедший поединок. И у Сагана есть еще силы и энергия для того, чтобы вскочить сюда. Но мне кажется, он больше устал, чем Багдад. Потому что весь пятый раунд пятился назад и только защищался. Ну и четвертый и третий раунд. Дайте мне пояс, кричит Багдад Жбанов. Кричит он на судей. Да, да. Имеет право. Да, действительно. Его здесь любят, как и Казбека Сагана. Узнаем решение. Вскочил и выпрыгнул. Да, он на судьи кричит, говорит, дайте мой пояс. Запрыгнул на их стол. Ну, я вам скажу, это бой вечера. Возможно, и бой года будет. Потому что такой пятираундовый бой. Конкурентный, сложный для оценки. Решение, конечно, за судьями. Но мне кажется, за счет борьбы Багдад Жбанов сегодня может одержать победу. Но не только за счет нее, все-таки и за счет большего количества акцентированных ударов. Интересно, конечно, как судьи решили это, но... Посмотрим. Решение только за ними. Ни за комментаторами, ни за экспертами, ни за зрителями. Багдад Жбанов, Казбек Сагам. Да, время поджиматься. Что-то вместе с Алиби... Эдрасом они приготовили, ребят. Что-то отработанное здесь. Уважение от угловых. Обоим бойцам. Да. И Алидар Тимуратов сам появляется. Да, да. Алидар Булатович сам зашел в клетку, поблагодарил команду Юркенкош. Да, поэтому... Отдельно он приветствует Нурбека Кабдрахманова. Мне кажется, Нурбек заждался своего шанса, и он должен быть следующим бойцом UFC. Ну, я думаю, Нурбеку еще надо подраться за пояс 66 килограмм. Тем более он был чемпионом ранее. И у него все есть для того, чтобы стать чемпионом. Что за бой? Что за бой? Валидольный бой это вот про них. Вы довольны? Пишите в чат, друзья. Я доволен, но мне интересно, что решат судьи.
Но есть, да. Сил немного. Сил немного, что того, что другого. Но такую дистанцию пройти. Такую дистанцию пройти. Шавхат зашел внутрь, да? Выслушаем судейские решения, господа. Что-то они долго думают. На ринг анонсер все никак не выйдет. Да, они что-то долго думают, долго принимают решение. Но это хорошо, это будет обдумано, взвешено. Уважаемые дамы и господа, прежде чем будет озвучен судейский вердикт, аплодисменты обоим бойцам! Итак, по завершении титульного боя обратимся к судейским запискам. Первый судья 48-47 Сагын. Второй судья 49-46 Жованыш. И третий судья 49-46. Таким образом, раздельным решением судей одержал победу и, оставаясь не знающим поражений, остается чемпионом Казахстана.